прохладном Ленинграде весной 42-го года в детском саду трехлетний Шурик Игнатьев нарисовал картину. Весь белый лист был исчерчен черными каракулями, а посередине овал. И воспитательница спросила его: «А что ты нарисовал?» Шурик ответил: «Вот это война, а вот это булка. Все. Больше я ничего не знаю». Дети войны смотрят в небо глаза воспаленные. Дети войны в сердце маленьком горе бездонное. В сердце словно отчаянный гром ленинградский гремит метроном. Неумолчный гремит метроном. Дети войны набивались в теплушки открытые. Дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу. Крошки хлеба на белом снегу. Дети войны нас баюкали русские женщины. Буду помнить я тысячи дней руки близких чужих матерей. Руки близких чужих матерей. Застилала глаза ночь кромешная. Падал пепел опять и опять. Но спасение и надежда нам была только Родина-мать. Дети войны стали собственной памяти старше мы. Наши сыны этой страшной войны не видавшие. Пусть счастливыми будут людьми. Мир их дому да сбудется мир. Мир их дому да сбудется мир. Пусть счастливыми будут людьми. Мир их дому да сбудется мир. Мир их дому да сбудется мир. Дети войны